Контрабанда золота. В аэропорту Магадана полицейские изъяли промышленное золото. Более 700 граммов песка пытался провести 36-летний уроженец Дагестана. Тайник был обнаружен у мужчины при посадке на рейс Магадан-Москва. Золотой песок находился в металлических ручках сумки. По предварительной информации было установлено, что житель города Махачкалы с целью перевезти драгоценный металл в Москву поместил его в металлические ручки.